Hello, darkness, my old friend. Ой, блин. О, Антон, привет, Антон. Блин, Санёк, здорово. Здорово. Чё, ты пьёшь, что ли? Лимонад. Слушай, а чё ты расстроенный такой какой-то? Да у меня в жизни случается куча непонятных ситуаций. Я не знаю, что с ними делать. Да? Да. И что? Ну, я не знаю, как с этим справиться вообще. Танцуй. В смысле? Любой непонятной ситуации танцуй. Работает прекрасно. Да? Блин, может быть... Ладно, и пойдем дальше. Лимонад пить? Да, давай. Надо попробовать. Вот ты какое пиво любишь? У тебя есть вообще определенный вид пива? Мы Козел хорошее пиво. Я их беру обычно. Темный Козел хорошее. Светлое не очень такое. А ты куда-то ходишь делать разливное пиво, ну, качественное? А вы знаете... В этом, Бирхаусе. Бирхаусе, короче, медовое пиво. Одно место просто, очень ну, вот такое хорошее. Вот. Тебе обязательно нужно будет сходить с нами в Пыргу. Нет. Пыргу? Да. Что, лучше, чем этот самый Бирхаус? Лучше по ценам и выбор намного больше. Одно место. Да не верю. Хорошее. Там что, там так же варят? Такие же бочки за стеклом. Одно место очень хорошее. Ну окей, там не варят, но там выбор больше намного. Я знаю. Не знаю. Медовое. Лёх, что с ним? Ну, он с детства такой. Саш, все в порядке, садись. Все нормально. Вы меня выслушаете, да? Да, короче, я ел огромную пиццу за один биткоин вообще. А ты куда? Куда-куда? К маме. Опять что ли? Мы 2 года уже вместе, ты всегда... Давно не виделись. Когда деньги вернусь. Слушай, я... One eternity later. О, Антон, здорово! Здорово! Я так тебя рад видеть! Все ситуации, которые происходили за последнее время, блин, они все разрешились. Я танцевал, как ты сказал мне. Воу, парень, ты кто вообще? В смысле? Я сижу, мне башка болит, ты что-то грузишь. Ты... Вы знакомы?